И всем привет, с вами Каиса, и я попытаюсь сделать очередной заход в мини-игре «Охотник на пиявок». Так. Также буду действовать этому плану, ну, не собирать пока пиявки, расчищать комнаты, и больше всего меня выбешивают мелкие мартышки. Я даже сейчас буду в другие места ходить. Не знаю пока в какие. Так, с чего бы начать? А, за дробовиком. Жди здесь, Ребекка. Сейчас я за дробовиком схожу. Надо сразу как можно скорее взять улучшенный пистолет, чтобы экономились патроны, а то они очень быстро уходят. Так, берем дробаш и патроны. Туда не идем. Так, залазим, поднимаемся. Так, пойдем сразу на хантеров сейчас. Один коридор расчищать. Так, Билли, бери дробаш в руки. Ребекка, пойдем со мной. Будешь помогать мне. Сразу отправляюсь за улучшенным пистолетом. Приоритет номер один. Так, бежим, Ребекка. Вот сюда. Вот тут у нас куча охотников. Сразу стреляем. Сразу огонь. Ах ты сволочь! А ну отвали! Черт, Ребекку уже поранили. Так, там еще кто-то. Ну, где еще? Черт, опять Ребекке досталось. Тварь. Так, Ребекка, ты как? Так, а сколько я патронов? Много истратил. Так, больше тут никого нету. Так, следующая комната наполнена зомбарями. Так, давайте Ребекка будет за главную. Билли, бери ствол. Заходим. Начинаем сразу палить по ним. Так, давай, Ребекка. Заходим. И тут полно зомбарей. Стреляем сразу. Билли, ну. Стреляй, Билли. Так, надо перезарядить. Так, кто еще жив, а? Кто такой наглый? Кто посмел выжить? А ну ложись. Так, что у нас здесь есть? Вау, у нас здесь есть спрей. Славно. Берем спрей. Так, в прошлый раз не было здесь спрея. На этот раз есть. Так, а где ствол? Ствол на месте.
Так, Билли, ну-ка. А, у Билли места нет. Окей, Ребекка, бери ствол. Так. Сразу этот ствол надо под контроль взять. Так, ну все, пошли отсюда. Надо, кстати, подлечиться будет Ребекке. Пошли, Билли. Так, куда теперь идем? Давайте что-нибудь оставим здесь. Можно спрей пока один положить. Пистолет вот этот можно выбросить сразу. Так, Билли, Билли. И пусть пока так ходит. Да, мы теперь пойдем. Ну, пойдем дальше зомбарей отстреливать. Давай, Билли, спускайся. А, тут у нас есть трава, замечательно. Сразу используем ее. Нормально. Теперь мы... Наша цель это гранатомет забрать. Так, заходим сюда. Тут у нас сейчас толпа зомбарей. Начинаем отстрел. Так, Билли, беги сюда, Билли. Лежать. Лежать, не двигаться. Так, отлично, лег. Кто-то еще? Или больше нет никого? Славно. Ладно, пошли, выходим отсюда. Теперь налево. Так, теперь лучше на Билли переключиться, так как там охотники будут. Так, эти зомби пока их не трогаем. Так, Ребекка, ты тут? Ты меня страхуешь. Спускаемся вниз. Там сейчас будут охотники. Ну, точнее, они как будут? Они хитро так заныкались, ну... Типа, на пугом хотят взять. Вот сейчас они типа спрятались. Ах ты сволочь! Ты меня, гад! Лежать! Лежать, тварь! Не шевелись! Так, Билли, нормально себя чувствуешь? Нормально. Так, теперь заходим в следующую комнату. Ну давай ты, Ребекка. Тут у нас должен быть гранатомет. Так, Билли, бери ствол. Перезаряжаем патроны и заходим. Тут у нас куча зомбарей. Надо их тоже перестрелять быстро. Билли, ну! Стреляй же уже. Лежать всем. Да, вон он, гранатомет лежит. Куда встаешь?
А ну-ка ляж быстро. Так, кажется, все. Так, Ребекка, бери траву, красную траву. Да, в прошлый раз здесь было две красных травы. Сейчас только одна. Так, давайте себе хилку сделаем. Я надеюсь, хоть гранатомет будет правильный. Опа, на этот раз 30 напалмовых зарядов. Блин, это плохо. Так, здесь пиявки. Кислотные были лучше. Ну ладно. Напалм так напалм. Так, Билли, а у тебя что? Так, выходим отсюда. Теперь у меня большое желание сходить в подвал. Так. Я вот, правда, я не знаю. Хотя, давайте вот в эту комнату зайдем. Тут у нас тоже толпа зомби. Можно их перебить, в принципе. Ах ты, гад, отпусти меня! А ну лежать! Так, Ребекка плохо себя чувствует. Опять хреновое состояние. Лежать. Так, все подохли, да? О, тут у нас зеленая трава. Ребекка, давай. Используем. Еще зеленая трава. Если что. Так, побежали пока отсюда. Тут тоже зеленая трава. Хочется в подвал как можно быстрее на этот раз сходить. 30 напалмовых. Ну, напалм это тоже хорошие заряды, в принципе. Не знаю, насколько они против обезьян эффективны. Так, синей травы не хватает, да? Не сказать так вот, чтобы хватало вот прям. Ну что, с пауками пойдем разбираться. Так, у кого сколько хилок? У Ребекки две, у Билли одна. Так, синяя трава есть. Что мы выложим? Давайте пока спрей выбросим. Возьмем эту синюю траву и пойдем к паукам. Стараемся их перебить как можно больше. Так, Билли, дай чутка патронов. Так, спускаемся в подвал. Я надеюсь, обоих не отравят. Вот это будет печально, если отравят обоих. Так, сразу стреляем вперед. Там паук. Ах ты сволочь. Ах ты тварь. Черт, отравил меня.
Так, Билли. Фух, хотя бы Билли не отравил. Так, ждем других пауков. Так, стреляем по центру. Ах ты тварь. Из-за отравления, что плохо, не видно сколько хп. Ну давай, спрыгивай. Ну же, вперед. Стреляем. Ах ты тварь такая. Так, давай, Ребекка. Ох, у Ребекки опасно уже. Ё-моё, надо подлечиться. Так, тут еще один паук. Я вот даже, я не знаю, убивать его сейчас, нет. Давайте убьем. Нет, Билли, стой. Так, отбегаем. Иди сюда, гад. Вот черт. Вот он упал на пол, а сюда не идет, гад. Ты иди сюда, гад. Ах ты сволочь. Билли, ты как? Фух. Повезло на самом деле. Так, всех пауков зачистили. Теперь давайте вернемся за хилкой. Потому что впереди будет... Будут обезьяны. Которых я хочу напалмом их сжечь просто, всех тварей этих. Мартышек поганых. Так, давайте спрей возьмем. Так, а больше нету, что ли? А, были же еще хилки, да? Был спрей еще. А, я помню, где это. Так, а у кого сколько места? У Ребекки есть место, в принципе. Так, Ребекка, давай сбегаем еще за одним спреем, потому что эти обезьяны, они твари такие редкостные. ХП выносит вообще очень быстро. Поэтому я лучше перестрахуюсь. Вот он у нас, спрей. Берем. Так. Ребекка, бери гранатомет. Погнали. Жарить этих мартышек. Поганых тварей. Суки, ненавижу их. Давай, Билли. Я даже не знаю, нужен ли Билли. Со своим пистолетом. Может, Билли дробовик взять? Хотя нет. Будет обидно, если Билли из дробовика просто мимо куда-нибудь шмальнет. А так Билли, может быть, в роли щита отвлекать будет. Пока Ребекка будет в обезьян напалм впускать, Билли может на подхвате сработать. Так, давай, Билли, вот они здесь. А ну кончайся, тварь.
Ах ты тварь! Так. Кончись, я тебе говорю. Так, Ребекка, ты как, цела? Блин, сколько я напалму истратил? 7. Так, а что здесь есть вообще? Что здесь есть? Ну ладно. У нас еще одна комната с напичканная обезьянами. Так что пошли в нее дальше. Да, вот здесь тоже обезьяны. Ах ты, черт! Черт, что там по ХП? У Ребекки хреново дело. Давайте подлечимся. Ах ты, тварь! Да кончайся ты! Так, Билли, ты как? Теперь Билли еле живой. Ты будешь кончаться сегодня, а? Черт, Ребекка, не трать напалм просто так. Блин, столько патронов в молоко пустить, а? Но тут у нас что у нас? Тут магнум. У нас тут магнум. Стоило оно того ради магнума. Так, Билли ранен, серьезно. Давайте заберем все патроны. Так, Билли, держи спрей, я возьму магнум. Так, сколько в этой пачке? 4 патрона. Сколько в магнуме? 8. Неплохо. Неплохо. Ну все, больше этих мартышек нету, сраных, вонючих. Куда теперь пойдем? Даже не знаю. Куда мы теперь пойдем? Можно, в принципе, сюда зайти. У нас куча зомбарей. Можно перебить всех. Так, Билли. Патрон. А хотя нет. У Билли, конечно, патронов не густо. Давайте Ребекка из дробаша кого-нибудь домочканет. Так, зайдем сюда. Конечно, рискованно. Ну да ладно. Так, зомбарь, ты не вовремя. Так, еще гости дорогие. Вот черт, сейчас Ребекка укусит, гад. Отпусти, сволочь. Черт, надо Ребекке подлечиться. Пошли в жопу все, уроды вонючие. Сколько вас тут еще осталось? Всех перебил.
Так, а там вообще охотники в большом количестве. Фух. Да, перспектива. Хотя не все ж так плохо. У нас же есть травы. И мы знаем, где они. Так, бежим, Билли. Мы знаем, где эти травы есть. Так, поднимаемся наверх. Там же у нас должны быть травы. Да-да-да, точно, там две травы должно быть. Пошли, Билли. Так, ну в кого из магнума можно будет шмалять? В охотников. Они теперь самые опасные. Хотя есть еще личманы. Кстати, личманов можно здорово так пожечь. Правда, у нас уже столько гранатомета я истратил уже. Так, вот трава. Лечимся. Так, и здесь, кажется, была трава. Так, Билли, ты подлечишься. Так, куда теперь? Мы держим путь. Там я все забрал, кажется, да? Кажется, да. Куда мы держим путь теперь? Нет, пошли отсюда. Сюда позже. Позже, придем позже. Поднимаемся наверх. Можно, кстати, тех зомбарей порезать. У меня сейчас другие идеи. Не, ну... Так, а у нас спрей есть, да, с собой? У Ребекки есть один. Патрон у нее есть. Так, какого хрена? Давайте до конца зарядим, на самом деле. Так, убили, патронов нету сейчас. Так, давайте выйдем. Надо вспомнить, где есть трава. Где есть трава. Куда бы пойти? Куда бы пойти? Да ладно, давайте. Хотя нет, Билли. Билли, давай ты лучше. Билли пойдет займется зомби.
Да, тут есть зомби в разных местах. Вот здесь вот, например. Толпа. Так, ну где вы? Вдыхайте, давайте. А ну вздыхай, сволочь. Черт, еще кто-то жив. Вставай, давай. Да, пистолет заметно скорострельный. Так, ну всех вроде поубивал, но здесь ничего полезного нету, только пиявки. Да. Только пиявки. Так, Ребекка, что мы делаем? Что мы делаем? Ладно, пойду к воронам схожу. Тоже зачищу немного. Ах вы сволочи! Отвяньте от меня! Всех? Вроде всех. Так, Билли, ты как? Нормально? Так, тут ствол есть. Запасной. Я не знаю для чего. Факт в том, что он здесь есть. Так, больше тут ни хрена нет. Куда пойдем? Так, Билли, давай ты мимо Личмана сбегаешь. Так, давайте здесь оставим. Дробовик. Пистолет вот этот, в принципе. Так, спрей только возьмем с собой. Тут есть полезные вещи. В туалет сперва зайдем. Здесь что-то должно быть. Ага, патроны для ружья. Славно. 14 патронов. Так. Личман выдвигается сюда. Отбегаем его. Здесь еще есть патроны для пистолета. Так, пошел к черту. Так, теперь давайте второго обдурим. Так, и забегаем в эту комнату. Здесь должны быть травы. Так и есть. Красная, ох. Красная, синяя. И зеленая. Неплохо. Так, уже инвентарь даже забился. Так, вроде никаких пиявок тут нету. Возможно, их здесь и не бывает.
Так, теперь обратно бежим к Ребекке. И к черту. Фух. Так, будем считать, что там мы все сделали. Так, Ребекка, ты можешь хилку сделать, на тебе. Так, есть хилка еще. Есть пустой пистолет. Так, Билли, надо, наверное, синюю траву здесь оставить. Забрать свой пистолет. Улучшенный. Патроны. Сколько тут осталось-то хоть? Так, магнум. Магнум. Так, Ребекка, ты где? Я вот даже и не знаю. Давайте пока Ребекка отбросит вот эту штуку. Так, Ребекка, держи магнум и патроны. Отлично. Так, Билли, бери дробаш. Теперь для него патрончики есть, что неплохо. Так, куда пойдем-то? В сложные комнаты сходить можно. Можно и в сложные комнаты сходить. С охотниками, да? Так, а кто пойдет? Так, Билли, ты будешь с пистолетом. Ребекка пойдет. Пошли, Билли. Так, где у нас охотники? Нахрена. Знаю я такую комнату. Знаю. Такой коридор. Вот этот коридор. Давай, Билли, двигай сюда. Так, что сейчас будем проверять эффективность напалма? Так, тут охотник сразу, по-моему, да, нападает? Ах ты сволочь! Ты охренел, что ли? Блин, Ребекка, ты как вообще? Выживешь? Так, где еще? Билли, красавчик. Красавчик, Билли. Так, жду следующего. Так, еще живой гад. А ну дохни быстро отсюда. Так, вроде всех четверых замочил. Да, у Ребекки хреново сейчас ХП, конечно. Ладно, Ребекка, оставайся здесь. Я пойду зомбиков забью. Вот здесь вот, в этой комнате. Забью зомбарей. Так, ну-ка, давай, Билли, заход.
лежать. Лежать, сказал. Так, ну давай, иди сюда, гад. Иди сюда, срань. Так, ты еще жив? Так, вас двое, что ли, только? А, их всего тут двое. А, в следующей комнате... Там вообще слишком тесно, один будет за ногу кусать. Что бы сделать? Дробаш попробовать сразу. Давайте дробаш попробуем сразу. Так, заходим. А, нет, не будет кусать-то. Пока что не будет кусать. Лежать. Значит, сюда бы вообще с ножом прикрыти хорошо. Так, пока уйду отсюда. Вообще надо за ножом уже сходить. Тут что это я... Как так можно играть вообще без ножа? Да не бери ты пиявку, Билли, тупой что ли? Так, вроде здесь есть нож. Да, ну что выкинуть мне тогда? Давайте патроны для ружья, в принципе, пока отложим. Возьмем нож. Попробуем в той комнате зарезать чайника. Так, 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 так. В принципе, охотники неплохо, они напалм тоже принимают. Так, давай, Билли. Там патроны для пистолета, кстати, можно взять в той комнате. Точно, точно, точно. Так, заходим. Нет, 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 нет. Блин, как тебя порезать-то? Не получается, сволочь. Какого бы краю к тебе... Подбежать бы. Черт, сейчас же укусит. По-любому укусит, гад. Ах ты, свок. Тупая вонища. Ну, я не знаю, как его можно было зарезать. Что-то... Так, а где патроны? Здесь были патроны. Что, уже нету, что ли? Блин, сейчас их нету. Это печально.
Так, а что здесь? Давайте отодвинем шкаф. Пиявка тут. Нету. Да, нету тут патронов. Нету, печально. Печально. Куда бы пойти тогда? Так, давайте Ребекку позовем. Ребекка, иди сюда. Так, убери пока гранатомет из рук. Так, выходим, выходим, выходим. Куда пойдем? Пойдем туда, где можно зарезать зомби. А, можно, кстати, жуков пойти порезать. Как вариант. Оставайся пока тут, Ребекка. Я пойду жуков порежу. Там, кстати, трава есть, где зомби ходят. Так, жуки. Опять вас долго надо будет сейчас мучить. Получай, сволочь. Так, попадаю хоть. Вот сейчас по кому-то попадаю. Так, попадаю. Так, режем, режем. Сейчас опять у меня палец устанет. Так, кто-то порезался. Ах ты гад. Ты охренел, что ли? Совсем охренел уже. Сраный жук какой-то меня атаковать вздумал. Ну давай, кончайся уже. Кто остался? Чайник, ты чё, блин? Давай, кончайся уже. Все равно же кончишься. Никуда ты не денешься. Так, еще один сдох. Так, и теперь ты остался. Получай свою серию ножевых. Фух. Спасибо разработчикам за этот баг. Так, все легли. О, патроны для магнума. Так, значит, сюда Ребекку нужно будет позвать. Так, а сейчас я хочу зомбарей там пойти перебить. Лежать. Так, Билли, отбегай. А ну-ка, лег быстро. Так, этот готов. Так, ну еще снизу уроды. Билли, выноси им башку нахрен. Хватит их жалеть их всех. Какой остался-то теперь? Лежачий который?
Так, ну давайте тогда нож возьмем сразу. Попробуем. Попробую тебя, гад, зарезать, чтоб ты знал и понимал. Так, этот дохлый, трава зеленая. Да не пиявка, Билик. Зеленая трава. Обычная зеленая трава. Так, а Билли прилично так ранен, что ему, если даже ему трава это не особо помогла, можно сказать. Так, ну куда теперь? Есть еще чайники, которых можно порезать. А сюда вообще Ребекку надо привезти. Ребекка, беги, там патроны выдают для магнума. Вот они на полу лежат. Давай забирай их. Так, я думаю, на таком прекрасном моменте, ну как прекрасном, нормальном моменте можно закончить первую серию. Я благодарю вас всех за внимание. С вами был Каиса. Всем удачи и увидимся в продолжении. Пока-пока.